этом скейт-парке будет удобно кататься практически всем экстремалам, заявляют строители. Будь то BMX-ер, скейтер или роллер, каждый сможет найти для себя подходящий элемент. Сейчас здесь ведутся земляные работы и создание общего рельефа будущей площадки. Трактора ковшами роют бассейны, а рабочие размечают участки для установки рамп. Сейчас есть общая отмеченная территория, на которой будет располагаться, то есть граница самого скейт-парка. И уже можно примерно понять общий рельеф, то есть где какого плана будут рампы. Помимо рампы, естественно, будут и спуски, канавы, рейлы для множества различных видов спорта. Скейт-парк будет занимать около 1000 квадратных метров, а если добавить к этим цифрам площадь памп-трека, который строится здесь же, то пространство для занятий экстремальными видами спорта будет равно 6000 квадратных метров. В начале октября строители начнут заливать скейт-парк бетоном, а сдать проект планируют до 30 ноября.